Продолжаем выпуск. Центры государственных услуг уже на протяжении нескольких лет демонстрируют свою эффективность. Они действуют по принципу одного окна, позволяют экономить время и развивать систему при помощи современных информационных технологий. Ширится спектр оказываемых услуг, открываются и новые адреса. Так, в Хаджилийском районе Каракалпакстана состоялась торжественная церемония открытия нового инклюзивного центра государственных услуг в рамках празднования 4-летия создания агентства госуслуг. В рамках празднования 4-летия создания агентства государственных услуг новый инклюзивный центр открыли и в Хаджилийском районе Каракалпакстана. Необходимо отметить, что оснащение подобных центров современным оборудованием ведется при содействии программы развития ООН и Европейского союза. В новом центре функционирует система электронной очереди. Имеется инфокиоск, зона для самостоятельного получения электронных услуг, детская игровая площадка и мини-библиотека. В новом центре предоставляют около 160 госуслуг. Он способен ежедневно обслуживать до 200 человек. В Хаджилийском районе проживает 125 тысяч человек, более 1500 хозяйствующих субъектов. Чтобы создать для населения и предпринимателей максимально комфортные условия, а также доступ к качественным услугам, устранить бюрократические преграды и коррупцию, мы создаем современные центры госуслуг. И народ доволен. Инклюзивность данного центра заключается в том, что здесь созданы необходимые условия и для лиц с особыми потребностями. В ближайшем будущем аналогичные центры госуслуг будут построены и в других районах Каракалпакстана. Здесь, как и в других пилотных центрах, будет реализована программа волонтерства для предоставления госуслуг уязвимым группам, людям с особыми потребностями, пожилым и женщинам с маленькими детьми. Государственные органы, которые осуществляют деятельность в Узбекистане, учитывали мнение, учитывали особенности людей, которые требуют особого ухода, особого внимания. И для этого в ходе своей деятельности программа развития ООН старается оказать экспертную поддержку государственным органам с тем, чтобы деятельность государственных органов, в свою очередь, направлена на оказание государственных услуг населению, она была удобна, комфортна для получения людьми, представляющими различные слои общества. Вопросом совершенствования предоставления государственных услуг в Узбекистане была посвящена пресс-конференция агентства. Здесь же агентство государственных услуг и совместный проект ПРООН и ЕС презентовали основные достижения в 2021 году. По мнению специалистов, проект способствовал дальнейшей цифровизации госуслуг во всех регионах республики, улучшению доступа к качественным госуслугам и развитию правовой базы системы местного управления для эффективного и инклюзивного предоставления госуслуг.